родом, куда сам, с Камерун, и мне 16 лет. А, честно говоря, Динамо Киев раньше всегда был мой соперник, а переход в этот клуб, я понял, что у меня как будто люди очень доверили в этом клуб и очень любили. Но я раньше не так принял, но в этом клуб очень доволен, что я нахожусь тут, и у меня очень много новая семья тут получилась. Мне доверяют, он может не использовать как опорник, как лево, ну, право полузащитник. Я очень доволен играть в эти две позиции, потому что как бы футболист должен иметь играть много позиций, разные позиции. И мой кумир всегда был Поп-Погба. И немного тоже смотрю Н'Голо Канте, но мой кумир всегда был Поп-Погба. Ну, я думаю, что у меня как бы иногда получается длинный передач как Погба, и ведение мяча тоже, и много техника как Поп-Погба. Ну да, в принципе, еще не хорошо, но надо на этом дорабатывать. Динамо Киев, кто тебе нравится больше всего с первой команды, может быть? Сидорчук, очень хороший футболист, интересный, такой мощный. Думаешь, надо научиться в него.